Полное говно. Короче, всем привет. С вами Яромир. И, короче, у меня пришла мега гениальная идея. На моем сериале 1000 лет назад выходил убогий сериал, который сейчас, возможно, никто не помнит. Если Волод, может, вы знаете, «Страны Порталгана». Все упоминания, большую часть серий я поудалял. Сейчас их никак не посмотришь. Даже был вот сборник. Короче, в этом видео хочу посмотреть свой же уродский сериал. Я ему сделал доступ по ссылке, то есть до этого было ограничено, теперь по ссылке, то есть я только его могу посмотреть сейчас. Сценария нету, подготовленного ничего у меня нету, я буду нести просто чушь и кринжевать. Короче, гениальный контент, может я в угол, в левый, там, не знаю, вставлю анимационного своего персонажа, ос, вот этого урода, и он будет типа делать эмоции, чтобы было поинтереснее смотреть. Но его я буду 100% анимировать уже после реакции. Короче, начинаем. Готовьтесь. Это типа заставка такая, интро. Это типа интро больше. Я не понимаю, что происходит. А почему? А почему была предыдущая серия? Типа я смотрю все серии первого сезона. Почему мне всовывают предыдущую серию? А, это предыстория, я слепошара. Я потом там прошлая серия. Что происходит? Всем привет, с вами Армир. Отвечать на ваши вопросы. Блин, я нечаянно. Ну, я не хотел. Ну, я нечаянно сказанул. Короче, я это скипал. Ну что, мы продолжаем ответы на вопросы. Я просто ускорил. Во-во, говно начинается. Ну что, мы продолжаем ответы на вопросы. Как говорится, пошло говно по трубам. Начинается. Ура, у нас в своей вселенной рисуем мультфильмы. Эй, лапа головы, иди сюда. Уничтожь эту кошку любым способом. Красава. Вы издеваетесь? Она не уничтожила сиреноголовый. Так он же ее сломал. Сиреноголовый? У меня есть другой план. А где Хаги-Ваги? Почему нету Хаги-Ваги? Сиреноголовый есть, а Хаги-Ваги нет. Если уничтожить не получается, то можно избавиться. Нахер так орать. Опять, короче... нахер тебя же спрашивать. И так все равно не ответит. До свидули! До свидули. Вот теперь точно все. Ладно, пока. Что происходит? Пока. Почему он сейчас с пушкой? Что творится? Ну типа, может быть, я просто не понимаю гениальности всего сюжета. Надеюсь, мне кто-то в комментариях объяснит, что происходит. Мы продолжаем ответы на вопросы. А что я смотрю? Подожди. Так, это... Ай! Зачем так орать? Что это? Портальная пушка? Типа строит актера. Типа, смотрите, я актер, я крутой. Почему это я сейчас так не делаю? Ну, сейчас проверим. Так. Короче, я понял, походу, типа я из будущего... психанул и выбросил пушку, и она попалась мне из прошлого как-то. И ну, я из прошлого подумал, а почему бы не заюзать эту пушку, не походить с ней? Я надеюсь, я все правильно понял. Я из прошлого. Надеюсь, именно ты... Это вопрос через несколько времени. Не, ну видео длится 20 минут. Ну то есть, смотря на то, что видео называется «Первый сезон «Страны Порталган», что-то ответ на вопросы я вряд ли жду. Какой-то лес. Твою же. Что с глазами? Так это ж всего лишь... Какое же говно. Я уже зря, я уже жалею, что согласился снимать. Вини бывает. Что с глазами? Почему они появляются, почему они пропадают, почему они такие большие? Надо сваливать отсюда. Ну охереть, дошло. Вот это да, ручища. Отвали от меня. Актерская игра просто 100 левел. Откуда он взял? Что происходит? Откуда бензопила? Откуда? Что? Почему? Что? Почему? Что происходит? Ёкарный бабай. Что творится? Ну просто.
Я даже знать не хочу, что здесь делает Уитли. Да хоре орать! Я сейчас ору, потому что мне кринжово, я хочу хоть как-то... Я хочу хоть как-то избавиться от кринжа, который я вижу, но... Ну, то, что я кричу, не помогает мне. А зачем он кричит? Я... Ну, я из прошлого, не знаю. Очень круто! Вторая, типа, наверное, серия началась, или что, я не знаю. Или это продолжение, типа, первой... Ну, короче, неважно. Так, появляется портал. Привет, где я? О, Майнкрафт. Дратути. Дратути. Чё вообще? И завис в воздухе. Вы тоже зависаете в воздухе. Я люблю повисать. Я бы после этого видео, кстати, бы, ну, хотел бы. Неважно. Опа-на! А я не знал, что Портал Ган так умеет. Что, подходите по одному. Что он сделал? Следующий. Типа он... Вот, конечно, я не понимаю, что происходит. Опа-на! Что с глазами? Даже рожи не видно. Я просто вставил огромные глазища. Даже хлебальника не видно вот этой уродской фотки. Ну пофиг, так сойдет, да? Я даже не буду обращать внимания на то, что типа они днем не горят. Давай, посмотрим, кто сильнее. Блин, кирка. Конечно, ты сильнее, не должны вообще гореть. Точно. Блять. Помогите мне. Круто санимировано. Мне нравится. А ты откуда? Не, меня не хватит, я полностью не посмотрю. Ну, посмотри, какие моды установлены на мир. Так, посмотрим. Типа мод установлен. Ну, хоть как-то мне... Хотя бы мне из прошлого, ну, дошло то, что, типа, нужно хоть как-то объяснить его появление. Понятно. Вот откуда 173-го. Ты из мода про SCP. Теперь тебя нету. Охереть. Пока. Что, до свидания, мой? Почему Портал Ган стреляет чисто... Я опять сиреноголовый. Зачем вы превращаете людей в зомби? Я дебил. Я даун. Я делаю это по рофлу. Превращаю людей в зомби. Я их улучшаю и избавляю от болезней. Я помогаю людям. Я спасаю людей. Ну и фигня. Превращаю их в зомби, да? Да вы вообще офигели! О май гад, о холера! Я не превращаю их в зомби. Висящие кишки, безмозглость и то, что они разлагаются. Ну типа неважно, пофигу, я им помогаю. Это вот сейчас моя реакция на вот то, что я смотрю, кстати. Привет. О, SCP фонд. А что тут происходит? Как до тебя сразу дошло? Говорит, что я превращаю людей в зомби, хоть я их улучшаю. Я превращаю людей в зомби, хоть я их улучшаю, я такой крутой. Да о каком излечении идет речь? SCP-040. Вот, ну, в данном случае, к примеру, вот в том, то, что я делаю, мне, наверное, понадобится излечение. Мне понадобится психическая помощь. Кто это вообще так? Зачем? Зачем? Такой, я возьму тебя, телепортирую, типа, пофиг. Типа, чел на тебя орёт, блин, тебе, наверное, обидно. Знаешь, я правильно сделал?
Меня не хватит. Что? Что? Зачем он руки назад выставил? Типа Наруто? Наруто Узумаки, Акастубан? И куда он делся? Ни одного поворота, нет поворотов. Он просто прошел метр, и он пропал. Что? 49. Я попал. Гляньте. Твою же. Фига паркур. О, спасибо, если ты 049. Фига он лагает, кстати. У меня до сих пор иногда... Вот до сих пор иногда, вот когда я сохраняю анимацию в ТВ2, она, ну, может быть, это не у одного меня, просто в ровном месте. Иногда спрайты начинают помигивать вот этим серым. И так было, к примеру, в ремейке, который я делал. Кстати, подсказка сверху появилась, смотрите. И короче, там вот в одном моменте прям жестко начали спрайты лагать вот так вот серым. Нужно было, наверное, переделать видос, просто пересохранить его, но почему-то я не додумался, и так я сделал ремейк и отправил его. Неважно, короче, похеру. Что ты когда от меня спасешь? Пока! Что я ему сделал, чтобы он меня спасал? Достаточно вот вопрос. Что я ему сделал, чтобы он меня спасал? Меня интересует. О, сна! Медведь, что с челюстью? На швабра! Он даже ничего не сделал, он просто стоял. Надеюсь, ты больше не встанешь. У меня после этого видео больше никогда не встанет. Вентиляцию. Ну, попал во второй ФНАФ, так, был в шестом, попал во второй, неважно. Кстати, меня кто-то есть, да? А, ты кто? У меня тот же вопрос, как он оказался здесь? Я добрый. Ты кто? Я добрый. Я сейчас заплачу. Сколько я посмотрел? 6 минут. Ты знаешь куда? Я, ну, типа, сейчас, если окажется чумной доктор, вот сейчас, если выйдет чумной доктор, потому что, наверное, это он, я к херам разобью свой телефон, я просто сломаю все, что есть в моем сраном доме. Я даже знать, ну, типа... Я думаю, нужно заканчивать. Вот я хочу еще жить. Мне типа и так психических болезней хватает. У меня и так самооценка ниже нуля. Как он здесь появился? Раз. Как аниматроника пробила железного робота? Шприцы. Два. Если он даже умрет от одного шприца, я просто разобью комп. Телефон. Ну, короче. Круто! Офигенно! Из воздуха осталось, и я даже решил не менять. Он прям из воздуха забрал свой же шприц и добил. Спасибо большое! Я так и не понял, что я ему сделал, что он мне помогает. Телепортировал просто ученого, который его допрашивал. Вот это, конечно, я ему помог. Заслуженно спас мне 2 раза подряд жизнь. Не, ну, в принципе... Ты сюда попал? Давай. Почему у него красные глаза, типа... Что? Что? Хорошо, спасибо, что объяснил. Спасибо, что объяснил. Я все прекрасно понял. Вот тебе выход. Спасибо. Пока. Я надеюсь, больше тебя не встретить. Короче, я проскипаю. Мне уже. И
даже ботинки появились. Почему он, поменялся? Я вот один раз скипнул 10 секунд. Подождите, вот сейчас я просто... Опа! Подождите-ка! Что с моей головой? Что со мной такое? Голова, кстати, такая же уродская. Почему? Ну, типа, у тебя изменилось все тело, и тебя в первую очередь волнует твоя башка. Ну, она такая маленькая. Почему я такой длинный? Типа, до этого была нормальных размеров. Почему у меня такие большие рукава? И даже ботинки появились. Офигеть, до этого ходил босым, было же круто. Ладно, я думаю, это побочные эффекты от пушки. О! Побочные эффекты от портального устройства. Ульту его! Бей его! Я, если что, Бенди говорю. Минус Бенди! Что происходит? Типа сцена из фильма 2001-го про ящера? Зачем? Почему? Почему я не мог сделать просто так, чтобы Бенди куда-то пропал? Почему нужно было именно показать вот этот кринж? Я посчитал, что это типа... ну. Самым кринжом, кстати, является то, что это просто повтор сцены из фильма 2001-го, который я никогда не смотрел. Но при этом я до сих пор помню, что там происходило. Надеюсь, Бенди попал не в плохое место. Он пытался тебя сожрать. Почему тебя волнует, куда он попал? Я тебя поглажу, милашка. Я думал, можно закончить. Если что, может, когда-нибудь я сниму продолжение реакции. Сколько я посмотрел? Ну, получается, реакции, может быть, 4. Моя психика не выдержит. Ну, типа, я не знаю, что сказать. Подписывайтесь на канал. Ставьте дизлайки, мне лайки не нужны. Мне вообще похер. Получается, что еще? Не смотрите мои старые видосы. И чтобы надолго меня не терять, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в описании, в закрепленном комменте пусть будет, я не знаю. Я там часто публикую новые посты. Иногда присылаю, ну, типа, говорю, что будет в следующем в моих видосах. К примеру, в телеграме вы могли узнать, то, что я снимаю вот эту реакцию. Лучше бы я не сообщал о том, что буду ее снимать. Лучше бы мне никогда эта идея в голову не пришла. Спасибо за просмотр. Вот просто интересно, чем все закончится. Вот сейчас вот этот момент. Просто интересно. Ай, больно, дай Ай! Это уже начинает бесить. Ай! А меня бесит, что ты орешь. Ну, типа актерство. Типа актерская игра, да? Вот знаете, вот если бы сейчас я вот в жизни бы мне попался порталган, я бы телепортировался к себе в прошлое. Не знаю, как вообще, то, что он телепортирует через вселенную, не через прошлое, мне до лампочки. Как бы я телепортировался в прошлое и прописал бы себя сколько вот в лет этому видосу. Пофигу, короче, будем считать 4-летней давности, 3. Прописал бы себе прям мощную такую шпалу, чтобы отлетел на 3 метра. И потом плакал и звал маму. Всем пока. Полное говно.